Если не получается авторизоваться на каком-либо сайте, почте, ютубе, неважно. Причем с других браузеров получается, а из Opera нет. Ввожу логин, пароль, нажимаю «Войти», а никакого толку нет. Ничего не происходит. И ничего не помогает. И куки удаляла, и кэш читила, и настройки все перетыкала, и Opera удаляла, переустанавливала. Ничего не помогало. Если у вас такая ерунда, если не получается не войти на сайт, не выйти, то можно сделать, как я и сделала. Для начала я сохранила закладки. А вот эта папка, которая при этом открывается, она не удаляется. Если удалить Opera, файл с закладками я сохранила в другом месте, а эту папку Opera в Application Data тоже удалила. Удаляю Opera. А теперь удаляю папку Opera в Application Data. Если папку Application Data не видно, то надо в свойствах папки поставить точку перед строкой «Показывать скрытые файлы папки». Применить. А теперь удаляю папку Opera в папке Application Data. Теперь снова устанавливаю Opera. И все работает. Захожу в почту. В YouTube.